Здравствуйте, уважаемые зрители, уважаемые подписчики. В данном видео хотел бы вам напомнить, что у меня есть блог на Boosty. Сейчас на данный блог я переношу видео с канала YouTube. Чтобы попасть на мой блог на Boosty, необходимо в нижнем углу шапки моего канала нажать значок Boosty, либо я оставлю ссылку в описании под видео. Раньше мой блог на Boosty содержал только платные материалы, теперь он будет дублировать YouTube. Теперь на Boosty будут как платные, так и бесплатные материалы. Как бесплатное видео, так и платное видео, и файлы, и вектора. Как пользоваться данным блогом? Смотрите, листаем вниз. Здесь есть теги. Дело в том, что на Boosty публикация идет по времени. То есть, видите, последняя публикация у меня была 15 апреля. Вот. Но у меня на Boosty публикуются как уроки по арткаму, так уроки по 3ds Max. Также я публикую здесь файлы, там вектора, 3D модели. Также уроки бывают платные и бесплатные, поэтому есть для удобства фильтр по тегам. Вот находим данную вот полоску. Вот здесь вот есть фильтр по тегам. Смотрите, например, мы хотим увидеть только бесплатный материал. Выбираем, листаем теги, находим вкладку «Бесплатные материалы». Отфильтровались материалы, мы видим только бесплатный материал. Ну, то все те уроки, которые доступны на YouTube, они будут бесплатно доступны и на моем блоге Boosty. Например, мы хотим, чтобы у нас были только материалы, которые относятся к видеоучебнику ArtCam. Значит, сбрасываем все маркеры. Желательно, чтобы стоял один маркер, не более. И выбираем, например, видеоучебник ArtCam. Все, у нас материал на стене фильтруется, и вот у нас уроки по ArtCam в той последовательности, с которой я их публиковал по времени. То есть, ну, по времени и по нумерации 17, 16, 15 и так далее. То есть очень удобно. Например, вам нужны только практические уроки по Максу. Убираем маркер, ставим практика 3ds Max. И здесь у нас только уроки, которые подразумевают именно практику. То есть практическое моделирование по Максу. Это у нас последний урок, это моделирование колонны, вот предпоследний урок, моделирование ножки резной по студии, ну и так далее. То есть достаточно много уроков. Но единственное, сверху есть рекомендации, здесь вот, в какой последовательности. Если вы только начали учить Макс, не нужно браться за самое сложное видео. Вот рекомендуемая последовательность. Вот если промотать, вот они указаны, навигация по стене, указаны вот первый урок самый простой по моделированию розетки, там, резной элемент и так далее, потихоньку усложняемся. Вот. Если вам нужны, например, файлы, то что на Boosty у меня не только уроки платные, бесплатные, но есть еще файлы, можно специальный фильтр поставить, либо все файлы для ЧПУ, тогда будут отображаться и 3D модели, и вектора, рисунки, вот я поставил все файлы для ЧПУ, и вы можете скачать по подписке именно файлы, причем это как и 3D модели, так и вектора. Вектора и 3D модели я каждый месяц обновляю. Добавляю какие-то свои, которые я делал под заказ, если исполнитель не против. И также добавляю учебные работы, которые мы проверяем, убираем все нюансы. Здесь все в перемешку. И 3D модели, и 2D модели. Но можно отфильтровать. Тут, кстати, видите, всегда отображается, вот под постом отображается те теги, которые к нему относятся. Сюда можно сбросить фильтр и, например, поставить. Меня интересует, например, только вектора. Поэтому я ставлю 2D вектора для ЧПУ. Пожалуйста, отфильтровали. И можно скачать какие-то вектора. Да. Вектора тоже постоянно обновляются. Ну, кто вот знает, смотрел мои уроки по гравировке, тот понимает, что вектора для ЧПУ, ну, имеют свою собственную логику. То есть быть замкнутыми, не должны пересекаться. Под каждую фрезу свой вектор и так далее. Тут есть отдельно подготовленные вектора. Также, например, можно поставить 3D модели. Тогда у нас будет только 3D модели. Вот. И постепенно, сейчас еще не все я перенес бесплатные уроки с YouTube. Пока я перенес бесплатные уроки по видеоучебник ArtCam. И также я перенес бесплатные уроки видеоучебник 3ds Max. Со временем я перенесу практически все видео на Boosty. То есть это не значит, что нужно отписываться от канала. Это вы можете смотреть канал YouTube, но при этом можете, если в вашей стране YouTube будет недоступен, можете использовать мой блог Boosty, потому что Boosty — это российский сервис, и он будет доступен в России. В то же время в Украине по-прежнему будет доступен YouTube. Что ж, такое небольшое презентационное видео. Если какие-то будут вопросы по подписке на Boosty, пишите, я постараюсь ответить. И до новых встреч.